Пакистан бойкотирует международную конференцию по Афганистану, которая должна состояться 5 декабря в немецком Бонне. Такое решение было принято на экстренном заседании пакистанского правительства в знак протеста против субботнего удара авиации НАТО по позиции пакистанских пограничников, жертвами которого стали 24 человека. Бойкот конференции станет еще одной мерой, принятой Исламабадом в рамках пересмотра взаимодействия с Западным альянсом. Ранее Пакистан закрыл маршрут доставки грузов для войск НАТО в Афганистане, на который приходилось 70% доля от всего тылового обеспечения сил коалиции. На дорогах были блокированы около 40 грузовиков и автоцистерн с топливом. Кроме того, Исламабад запретил американцам использовать свою военную базу на юго-западе страны. В ночь на субботу несколько боевых вертолетов НАТО вторглись в воздушное пространство Пакистана с территории Афганистана и нанесли удар по пограничной заставе в племенной области Мохманд. Пакистанское военное командование считает атаку натовской авиации заранее спланированной акцией. Бисмиллахир рахманир рахим. Ниет карлини.